Будет изменена система оповещения, которая не уходила в отбой. Будут изменены коды областей, были прописаны неправильно местоположение в некоторых случаях. И также более стабильно станет работать Wi-Fi при подключении. При подключении он иногда не подключался. Это исправление перфиксов и небольшое обновление до 9.5.80 MIUI. Больше всего меня интересует, как будет работать Wi-Fi, потому что последнее обновление Wi-Fi было, конечно, жестким. Он не всегда включался, либо не всегда подключался, приходилось перезагружать устройство. Теперь, я думаю, можно будет обойтись и без этого.